привет! Сегодня суббота, и мы поехали смотреть на цветение сакуры в Вашингтоне. Говорят, что это очень красивое зрелище, и что только здесь цветут эти знаменитые деревья. Оставайтесь с нами, посмотрим на них. Ну вот, в общем-то, и сакура. Будет красиво очень. Пойдем искать папу. Да, очень много людей сегодня здесь, потому что сегодня официально праздник цветения. Здесь, конечно, очень красиво, но очень много людей. И, наверное, надо приходить в будние дни, когда не так много людей, все на работе, и можно сделать классные фотографии, потому что сейчас, чтобы сделать одну фотку, нам пришлось просто ждать 10 минут, мне кажется, и всех пофоткать еще заодно. Вот, и сам мемориал очень красивый, тоже с колоннами, круглый. Это мемориал кого? Мы не знаем, кого. Если я знаю, я снижу, подпишу. Мемориал Валентина Стрикова. Мы там не очень припарковали машину. Я надеюсь, что это не за нами там приехали эвакуировать нас. Но тут очень плохо все с парковкой, конечно, в такой день. Время, он последние годы уже совсем был плох. Угу. И она записывала, и все делала за него, и в том числе... Она стояла в начале вот этой вот Организации Объединенных Наций. Угу, основала ООН. Mm-hmm. Это жена Рузвельта, как и Элеонора. Элеонор Рузвельт. Там вот ее ворк. Ухвановая. В общем, да. Здесь по кругу написана фраза знаменитая Рузвельта. Это единственный президент, который был 3 раза в власти. 3 срока. А вот и мальчики мои. Итак, мы приехали в Вашингтон очередной раз и в первую очередь пошли кушать, как всегда. Тимофей тянет на хот-доги. Вроде 10 покупали. Наверное. Тима! Тима! Что ты хочешь, расскажи. Вот твой туалетный комплект. Спасибо, что нашел у меня ее. Папа переходит дорогу. Да. Сейчас мы что-нибудь поедим. Вон тут сколько можно есть. Ешь не хочу. Люди все сидят на травке, едят. Ну, достаточно мусора много, я хочу сказать. Потому что, видимо, все-таки убирать. Не все хотят за собой убирать. Сейчас мы наконец-то что-нибудь купим и поедим. Стоим в очереди в музей, да, Тимофей? Очередь в музей. 2 очереди. Музей бесплатный, поэтому очередь. Ну, там, точнее, не поэтому очередь, потому что там досматривают, нельзя с собой воду, нельзя с собой там что-то, пистолеты и так далее, и поэтому медленнее идет из-за этого. Поэтому пришлось не брать с собой пистолет сегодня. Да, Филь? Вышли и прямо напротив какое-то очень красивое здание. Кто знает, что это такое? Кто хочет погуглить? Смотрите, как классно здесь на травке все люди, да? Все детки бегают, прыгают, развлекаются. И вид красивый на Вашингтон Мемориал.
И Тимофей стоит на распутье и думает, что делать. Там Капитолий. А вот этот музей, в котором мы были. Вот мы сходили, значит, в музей. Как он назывался? Как он назывался? Ольга, это Natural History Museum. Нам очень понравилось. Тимофей, как тебе вообще в целом? Мы только первый этаж прошли, и мы думаем вернуться потом на второй и третий. Не, слушайте, мне понравилось. Мне реально было страшно. Там люди эти, которые голые, мне реально было страшно. Да? Мне было. Да, мы потому что посмотрели про первобытных людей и про что про животных. Там мы пойдем дальше на следующие разы, на второй и третий раз. Ребят, за Увр! Тима хочет покупаться. Тим, еще 2 августа не наступило, чтобы купаться в фонтане. Да? Тим, давай, за ВДВ. Ого, ничего себе там. На первом этаже. Где? А, я думала, это Лувр. Уже записала на видео, ребят. Так это Лувр. Ну, если Белый дом тебя... Не смей, Тима, нет. Это как в Перми на эспланаде. Дети все бегают. Тима, полиция за тобой. На самом деле, в центре Вашингтона очень красивая, красивая архитектура. Но мы пока не выучили, что это такое. Где мы находимся? Ну, здесь кругом одни музеи, так что могу предположить, что вот это арт. Okay. И вот. И посмотрите, как живут бомжи в центре Вашингтона. Кругом музеи, Капитолии. И вот так вот. Да, спали бомжи, но сейчас они куда-то ушли, видимо. Так себе. Мало приятного. Интересно, что это такое? Мне кажется, это тоже какие-то музеи. Что это такое? О, слишком сложно для меня. Погугли, что это такое. Где мы находимся? Очередной мемориал. Ладно, пошлите к машине. Там меня любили, только это не я.